Перед вами треугольная призма, изготовленная из прозрачного материала. Направим на нее узкий пучок света. Попав на скошенную поверхность призмы, пучок преломляется. Еще раз он преломляется при выходе из призмы через вертикальную боковую грань. В результате двукратного преломления луч отклоняется к основанию призмы. Повернем призму на 90 градусов. Теперь основание находится сверху. Вверх отклоняется световой пучок при прохождении сквозь призму.